Ну что ж, ариару, мой маленький любитель покушать, мы начинаем играть такую увлекательную игру, как Рим Гору. Ну, как я и говорил, даже я, как и обещал, я начинаю играть на сборочке Hardcore SK в релизнутой уже, получается, версии RimWorld. То есть в 1.0.21, если я не ошибаюсь, заспавнились мы в биоме Умеренные леса. В принципе, мне место спавня очень дико нравится. Я рандомил, и зарандомил буквально первое место, и оно мне прям вот идеально нравится. Начинаем мы также весной, март-май, замечательно. Поселенцы нуждаются в инструменте, и это понятно. Я сейчас немножко расскажу о поселенце, который мы здесь начинаем. Давайте вы втроем идите сюда. Вообще медлить не надо, но это замечательно. У нас есть тут пельмешка, который попал сюда на космическом корабле по программе от своей планеты. Неважно какой он, просто от планеты. Есть две девчонки, примерно одного возраста, которые по персоне, одна очень хороший ремесленник, а вторая очень умная и очень неплохо готовит. Соответственно, они без одежды, без всего. Им повезло то, что на спасательном корабле были небольшие начальные инструменты, которыми они могут сейчас воспользоваться. Думаю, развиваться начать в пещере и уже целенаправленно все делать в пещере, потому что тут есть вообще офигенная пещера, которую я могу сейчас здесь наблюдать. Даже светокамень есть. Да, вот эту вот пещеру я все отгробастаю, соответственно. Для начала я хочу сейчас поставить наше назначение. Так, я расставил немножечко приоритеты по рабочей одежде, дал им всем вооружиться. Я забыл расставить им работу, сейчас я тоже этим займусь. Расставил немножечко приоритеты. Сейчас у меня в приоритетах собрать немножечко сейчас себе древесинки, для того, чтобы построить первоначальные инструменты. А также нужно построить хотя бы, приказать построить немного складов здесь, вот хотя бы банальных, базовых, с которых я буду разрешать все, кроме пока что трупов, потому что трупов у нас пока что нет. Так, начинаем. Также вот это вот надо будет разобрать. Сейчас они у нас подберут ресурсы и должны начать все это переносить. Мы перенесли замечательно, по большей части, и теперь нам нужно хотя бы банально построить хотя бы какую-нибудь защиту из дерева. Здесь есть небольшая линия, которой можно отгородиться, чтобы вот эту всю площадь себе загробастать. Также по приказам нужно будет в любом случае здесь строить крышу, поэтому давайте начнем это сделать. Пельменем сейчас мы будем контролировать просто по КД. У нас также есть тут патрончик, который обязательно нужно в порядке перенести. Сейчас едой пока заниматься не хочу я. Полазив немножко по карте, я обнаружил тут столько вот, ребят, вот такое большое количество аккумулятор свинца. Я просто офигел. Конечно, они тут половина сломаны, но что ж поделать. Протезированный станок тут есть. Что-нибудь еще интересное может на карте есть. Но по большей части обломки корабля только валяются. Ну и все. Пока тут больше ничего интересного. Что, блять, муха ест? Сука, она съела рацион один. Не ебаная же муха. Погоди ты, стирка. Ага, блядь. Куда ты побежал стирать? Ух ты. Да. Куда ты побежал, пельмень? Так, я все понимаю. И то, что вот такие вот ограничения нужно выставить, я все понимаю. Ребят, давайте, нам нужно работать. Мухи тут летают. Вы что, с ума сошли? Блять, не-не-не, ближний бой. Что, с ума посходили, блять? Все, ибо нефиг. Да это всякие. Так, приказы, постройка. И вот такую вот нужно сделать хотя бы линию обороны беру начальник. Вот так вот, таким вот образом. С двумя амбразурами пока что. Ну не с амбразурами, а с банально с досками. Так, постройку по производству нужно поставить деревообработку здесь вот себе начальную. Но это чуть попозже. Долбаные мухи, как же вы задолбали. Вы серьезно, с тараканом подралась и проиграла? Ты чё? А, я, кстати, не сказал то, что у нас тут 1 и 2, они названы только потому, что я хочу, чтобы вы сами придумали им название и дали им сами имена, потому что это по большей части летсплей для вас, потому что вы долго просили, и назовите их сами, потому что пельмени воображения не хватает. Стирать бегает так далеко, мне это не нравится. 17 сухих пайков осталось из-за этих мух. Так, у тебя нужно 6 компонентов. Но если вот эту штуку сейчас пельмень у нас разберет, то будет замечательно. Пельмень, давай, вставай.
Нифига у тебя сильные усы и пельмени, слушай. Самое интересное, то что этот летсплей может закончиться не начавшись, это будет очень дико весело. И этим временем остается все меньше. Надо построить здесь какое-нибудь вообще банальное производство, типа разделки. Разделочные станы, вот, замечательно. Займись, пожалуйста, этим. Так, разделать тушу, детали. Ложить на пол, сделать конечно, да, замечательно. И радиус поиска вот так вот. У нас есть легкая кожа. Ну да, неплохо. Так, по постройке, по приказам можно сделать здесь... Это находится в температуре, костер, вот. У нас не из чего даже костер сделать. Что за мы за бомжи такие? Вот здесь вот есть ресурсы. 8 рамора, а надо 20. Беспонтовая вещь. Можно и стали вообще заебать. Вот есть гранитный камень. Давайте его разберем. Потому что нам нужен костер, вот, кровь из носа. А еще нужно соорудить крышу, иначе мы все загнемся здесь. Да, блядь, пельмень! Делай то, что я тебе говорю, а не то, что ты хочешь. Пельмени, куда не будешь ты стирать? Смирись уже с этим. Как тебе отменить эту штуку? Ай, блядь. Пельмень, ты как из меня заебал, а? Давайте пока всем строителей на единичку поставим. Потому что это прям необходимо, ребят. Давай разбирай компоненты. Пельмень, делай вот эту штуку. Так. Не в этот раз, ребят, потому что вы здесь загнетесь. Замечательно, мы сделали древообработку, ура! Хоть что-то мы сделали. Делаем тут два склада. Напилить досок. Сейчас мы, это чувствую, пойдем готовиться. Охотиться, говорю, готовиться, ага. Вот, на этих вот барашков. А, овец, ладно, неважно. Главное, чтобы они мстить не начали нам. Лень, наруби, пожалуйста. Я понимаю тебя, братан. Я тебя очень сильно понимаю, точнее, сестренка. Но 10 штук, вот, сделай, пожалуйста, всего 10 штук, чтобы у нас вещи не начали, не, хотя бы не портились на охладе, я был более-менее спокоен. Блять, крыша. Ладно, сейчас пельмени сделаю. Так, единичка, что ты делаешь сейчас? Стирает, хорошо. Так, вы с пельменями сейчас встаете и идемте... А, нет, не идемте, ебашьте, потому что пельмень, сука, надо сделать хотя бы один костер. Пельмень, пожалуйста, сделай его. А. Да без разницы. Лень, можете стирать. Но прежде костер из гранита. Вот сюда вот, пожалуйста, поставь. Пока это мясо не испортилось. Топливо, это понятно. Задание. Мы делаем приготовить жареное мясо. Делать до бесконечности. Без разницы что. И положить на пол. Немножко сузим круг поиска, чтобы не бегала наша повариха хуй знает куда. Давай. Справить костер. Готовить, готовь, пожалуйста. А его пока запретим. Пельмень. Иди сюда. И ты тоже вставай, иди сюда. Пойдемте охотиться. Я не хочу, как бы я не хотел патроны тратить, ну ладно, надо. И, блядь, они мстят. А, успокоились, ладно. Давайте, атакуйте. Хорошему. А, это сдохнет скоро, да? Раненый же? Да, он умрет. Ты успокаивайся, ты успокаивайся. Ты добивай. Добивай. И добивай. Теперь их мы ставим на высокий приоритет и переноси. Главное не забыть, что у нас тут еще есть раненые овцы. Рано или поздно отлетят. Пожалуйста, разделывай туши. Мы получаем просто кожу, ладно, не так критично, но все же. Кровати из обычной, из легкой кожи были попизже на первый момент. Не-не-не-не, сестру, давай. Заправляй, готовь. Чтобы хотя бы банальное мясо было на складе пока что. Все, теперь двоечку можно освобождать. Потому что она более-менее успокоилась, она работу свою сделала. Теперь нам наша задача обеспечить склад крышей, чтобы тут ничего не росло и было бы... Продуктивнее все. Да. Очень умею я излагать свои мысли. Потому что жареное мясо не испортится 8 дней, а обычное мясо испортится через 2 дня. Трупики я пока разделывать не буду, потому что 3,3 дня они могут лежать, поэтому пока я запрещу, чтобы было приоритете у нас сделать крышу.